Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие наши подписчики, всем привет, кто нас смотрит. С вами компания Arbat Homes, и я Татьяна Пикер, ведущая нашего YouTube-канала. Всем привет из города Гази-Паша. Да, сегодня на повестке дня у нас Гази-Паша. Итак, приступим. Дорогие мои, Гази-Паша – это небольшой и очень тихий, спокойный, уютный город, который находится в 40 километрах от нашей любимой Алании. Численность населения около 60 тысяч. Это абсолютно не туристический город с множеством шумных отелей. После того, когда построили аэропорт международный в городе Гази-Паша, город стал стремительно развиваться и застраиваться. Здесь, кстати, очень много свободных земельных участков, и недвижимость, дома, комплексы растут как грибы. Если говорить о цене, цены здесь приемлемые, и сравнить с аланийской недвижимостью, ценник намного ниже. Вы наслышаны о Гази-Паше ввиду международного аэропорта. А знаете ли вы, что в окрестностях этого небольшого города есть очень много античных памятников, а также просто красивых обворожительных мест, которые мы с вами и будем сегодня смотреть и рассказывать. Ребятушки, какое же это красивое место! Это место называется пляж Кору. Это уникальное на самом деле место, которое обязательно нужно посетить, если вы приезжаете в Гази-Пашу. В море, как вы видите, есть скалы, которые ограничивают морское пространство, и тем самым создаются природные бассейны. Вы можете с семьей приходить сюда и купаться, что, соответственно, семьи и делают. Когда вы слышите Гази-Паша, сразу на ум приходит аэропорт. Сейчас я нахожусь в международном аэропорту города Гази-Паша, который находится при въезде в город Гази-Паша, и расстояние до Алании всего 40 километров. Аэропорт был открыт в 2010 году для внутренних рейсов, и в 2011 году стартовали первые международные рейсы. Ежедневно аэропорт города Гази-Паша принимает огромное количество пассажиров со всей Турции, а также из разных стран всего мира. Поехали дальше смотреть достопримечательности. Город Антиохия ат-Крагум был основан в 170 году сирийским царем Антиохом IV. Древний город расположен в 18 километрах от Гази-Паши. Это 300 метров над уровнем моря. Здесь есть некрополь, улица с колоннадой, церковь, турецкая баня, агора, монументальные ворота и средневековые крепостные стены. Город получил свое название в честь короля Антиоха. Город существовал в римский и византийский периоды. Залив Делик-Денис, или Дырявое море по-русски, известен также как Королевская бухта.
Считается, что король Антиох первый раз вошел в море именно здесь. Отсюда и название Королевская бухта. Дорогие мои, далеко ехать, спуск очень крутой, но поверьте мне, это очень красиво, незабываемо, и это того стоит. Друзья, дорогие, мы находимся сейчас в пещере, которая называется Ялан-Дюнья. Переводится «Лживый мир». Пещера получила свое название от горы, в которой находится. Возраст пещеры – 5 миллионов лет. Ее протяженность – 4 километра, но позволено посетителям только 450 метров. Сейчас все эти 450 метров мы будем с вами детально смотреть. Поехали! С этой пещерой также связана история несчастной любви. Температура воздуха зимой и летом 28 градусов. Воздух очень полезен при заболеваниях дыхательной системы. Кроме античных памятников, в городе Гази-Паша есть множество очень вкусных кафе и ресторанов. В одном из таких вкусных мест я сейчас нахожусь. Я здесь первый раз, но я под впечатлением. Я вам скажу, посмотрите, какая панорама открывается с любой точки. Я здесь не обедала, я только оценила панораму. Очень понравилось то, что территория этого ресторана поделена на две части – на еду и на отдых. Сейчас я нахожусь как раз в ресторанной зоне, а слышите, музыка играет – это у нас зона отдыха. Это бассейн Infinity с детской секцией. Вы оплачиваете 50 лир и отдыхаете там в течение дня. Ребята, в определенные дни, несколько раз в месяц, организуются здесь концерты, как раз около бассейна Infinity, даже в самом бассейне Infinity. Сцена устанавливается в середину, убираются шезлонги, ставятся стулья, и это дискотека. Друзья мои, очень понравилось это место. С одной стороны горы, с другой стороны море. Очень вкусно пахнет едой и музыка зажигательная. Звоните, пишите, приезжайте, бронируйте. Друзья наши дорогие, все, Гази-Паша закончилось. Бит-ти на сегодня. Ролик закончился. На самом деле,
Газипаша очень большая, и мест, которых хотелось бы вам показать, очень-очень много, а эфирного времени у нас вот столечко. Я очень надеюсь, что сегодняшний ролик вам понравится, и вы это докажете лайком под видео, а также пишите комментарии. Если есть вопросы, обязательно спрашивайте, с удовольствием ответим. Дорогие мои, на сегодня все. Теперь вы понимаете, что Газипаша – это не только международный аэропорт, а также много всего интересного. С вами была Татьяна Пикер. Пока-пока.